фрирайд – спорт для тех, кому самые длинные зимние трассы малы, кто мечтает об экстриме и неограниченной свободе. Раскатать нетронутые снежные склоны попробовала и моя коллега Светлана Антимонова. Нормально, молодец! Снег идет» – эти слова из популярной советской песни, как бальзам на сердце экстремалам. А эта зима уникальна – за сутки выпадает до метра осадков. Что-то до Нового года снега вообще, перебору. Лет 5, наверное, такого не было. Ратрак – машина на гусеничном ходу. Может утрамбовывать трассу или забрасывать фрирайдеров в горы. Повыше, где нетронутая целина. Когда видите препятствия, предупреждаем сзади едущих всех, поднимаем руку. Дублируем жест, чтобы видели все. Еще про препятствия. Не едем друг за другом, держим дистанции. Строгие правила катания. У каждого райдера бипер. В случае, если сорвет лавину или обрушит снежный козырек, можно по сигналу от прибора найти человека в снегу. Кто знаем? О, красавец, на передний. Сильно нос задавил. Без падений невозможно. Каждый экстремал, даже самый лучший, рискует потерять равновесие или встретиться с елкой. Огонь вообще! Очень круто. Ну падаем же без конца, без края. Так, ну, в этом-то вся фишка, что ты едешь, и можно падать, можно не падать. Все не больно, мягко и приятно. Снега много. Нормально, нормально. Это мягко. Класс. Все на фрирайд. Фрирайд всегда преподносит сюрпризы. Ты не знаешь, что тебя ждет через метр или за поворотом. Сугроб, камень под снегом или маневрирование в лесу на скорости. Мы сильно вправо провернем, допустим, а вы левее, либо наоборот. Ну, там посмотрим. Давай. Я не знаю, просто есть там траверс справа, нет. Выбирают направление спуска опытные гиды. Еще до наплыва спортсменов они исследовали склоны, искали естественные трамплины и интересные линии в лесу. Конечно, все раскатанные склоны, людям уже приелись. И многие с хорошим уровнем катания райдеры едут сюда, на фрирайд, изучать новые горизонты, повышать свой уровень. Северный склон горы Мустак – настоящая мекка для фрирайдеров. Основные трассы, подъемники – на юге. Так что здесь можно кататься, наслаждаясь тишиной и первозданностью природы. Здесь более интересно, чем на трассах. Трассы в рамках заставляют кататься. А здесь рамок этих границ нет, катаешься уже свободно, как хочешь. Техника катания и качество снаряжения должны быть безупречны. Пухляк, ради которого и приезжают райдеры, ошибок не прощает. Снег, который вчера выпал, он был прекрасен, и он маленько слежался, то есть он поплотнее стал. Поэтому сейчас лыжники, например, они постоянно, особенно наверху, как, там, где он совсем плотный, постоянно едут, ну, вот так вот, отклоняются. Опа, вот так. И задавливая задники, чтобы у него лыжи всплывали хоть как-то, как-то всплывите. Вот, как только хотя бы одна лыжа ушла, если она еще неравномерно ушла, то как бы происходит падение. На нераскатанных склонах доза адреналина зашкаливает, но именно за этим и едут райдеры. Эмоции и есть самое ценное. Ну, прыжок получился? Да, да. Все хорошо, без падения. Разгона побольше надо, чтобы выход хороший был. В прыжке же главное выход. Перепад высот на Северном Мустаге от 200 до 740 метров, уклоны до 30 градусов. Так что испытать себя, свои лыжи или сноуборд сможет каждый любитель экстрима. Снега точно хватит на всех. Молодец! Светлана Антимонова, новости, ОТС.